Здравствуйте, с вами Ирина Тарасенко. В этом видео мы рассмотрим маркетинг-план международной компании «Круизный клуб Incruises». Наш клуб гарантирует своим членам покупку круизов за половину стоимости. Эта гарантия реализована через внутреннюю запатентованную валюту клуба «Круизный доллар». Каждый раз, когда член клуба перечисляет деньги на свой накопительный круизный счет, они, удваиваясь, отражаются там из расчета 1 реальный доллар равен 2 круизным. Стать членом круизного клуба Incruises может любой человек, достигший возраста 18 лет. Для этого достаточно просто зарегистрироваться по ссылке партнера, пригласившего вас в клуб, и каждый месяц откладывать на свой отдых по 100 долларов. Напомню, что при этом ваш круизный счет будет увеличиваться на 200 круизных долларов. Потратить круизные доллары можно только на покупку круизов. Система клубного членства Incruises включает программу льгот для членов клуба в зависимости от стажа их пребывания здесь. Так, на первом году член клуба имеет возможность использовать для бронирования круиза не более 60% остатка своего круизного счета. И только с пятого года членства это ограничение снимается полностью. Рассмотрим на примере. Предположим, вы стали членом клуба 5 января. Далее сделали 5 взносов по 100 долларов США, накопив на своем круизном счете 1000 круизных долларов. Наконец, в мае вы решили забронировать круиз стоимостью 600 круизных долларов. Из оставшихся на счете 400, в тот же момент 60% станут доступны для следующего бронирования. Количество бронирований в году не ограничено. Таким образом, невзирая на некоторые ограничения, бронируя не один, а несколько круизов в году, вы даже в первый год членства сможете использовать не 60, а 80 и даже более процентов своего круизного счета. Полностью снять все ограничения по бронированию уже в первые месяцы своего членства может только участник клуба в статусе «партнер плюс член клуба», или, как мы называем для краткости, VIP-партнер. Приобрести партнерскую лицензию в размере 195 долларов член клуба может как в самом начале вместе с членством, так и в любое другое время, сделав апгрейд. Начиная со второго года партнерской деятельности, размер лицензии уменьшается до 95 долларов в год. Итак, давайте сравним возможности и преимущества участников клуба в разных статусах. Член клуба может накапливать на свой отдых, откладывая посильную для семьи сумму 100 долларов в месяц. Может экономить на покупке круизных путешествий от 20 до 50% от самой низкой цены на рынке. VIP-партнер, обладая всеми возможностями члена клуба, сверх того, может приглашать в клуб новых участников и, соответственно, использовать все преимущества партнерской программы. Имеет возможность совершать несколько круизов в году за счет клуба. Получает все инструменты для создания крупного международного бизнеса в рамках круизного клуба Incruises. Далее мы рассмотрим все возможные виды вознаграждения для VIP-партнеров. Часть из них выплачивается круизными долларами, остальные – реальными живыми деньгами на карты Payoneer и ePayments. Отдельно рассмотрим программу быстрого старта. Начнем с круизных. Несомненной гордостью и эксклюзивом круизного клуба Incruises является система безоплатного или свободного членства. С того момента, когда вы лично пригласите в клуб 5 участников, вы больше не несете затрат на собственные путешествия. Эту функцию берет на себя компания. Таким образом, каждый раз в дату начала вашего личного месяца у вас на счете появляется 200 круизных долларов. Соответственно, ваши круизы стоимостью 2400 долларов в год оплачиваются клубом на протяжении всего времени, пока вы сохраняете товарооборот в вашей первой линии, равный или более чем 500 долларов США. Продюсер-бонус в размере 250 круизных долларов пополняет ваш круизный счет всякий раз, когда вы приглашаете 5 и более членов клуба лично в течение своего персонального месяца. Рассмотрим теперь все виды выплат, которые партнеры клуба получают на свой долларовый кошелек с последующим выводом через платежные системы Payoneer и ePayments. Мгновенный бонус начисляется вам каждый раз, когда вы лично приглашаете VIP-партнера на пакет 295 долларов. Минимальная сумма выплат – 50 долларов. Если в течение календарного месяца у вас есть более одного приглашенного, то каждая последующая выплата увеличивается по следующей схеме. Бонус начисляется в течение 2-3 часов и может быть сразу же выведен. Матчинг-бонус рассчитывается каждую неделю, в которой вами были соблюдены следующие условия. Партнерами вашего первого уровня были приглашены члены и партнеры клуба суммарно на 5 баллов по следующей схеме. В этом случае вам начисляется бонус, равный 100% суммы всех мгновенных бонусов ваших партнеров первого уровня. Лидерский бонус выплачивается всем партнерам компании с ранга маркетинг-директор и выше.
Минимальные условия для его получения – создание команды из 30 членов клуба. Или, другими словами, ежемесячный товарооборот вашей команды не менее $3000. Таким образом, уже состав небольшую структуру в 30 человек, вы стабильно и фиксированно получаете $300 каждого первого числа месяца, следующего за расчетным. Дальнейший рост вашей команды увеличивает ваш лидерский доход до 1000, 2500 и так далее в соответствии с таблицей. Внимание! При расчете лидерского бонуса учитывается не более 40% квалификационного товарооборота с одной ветви. Лидеры всех рангов освобождаются ото всех ограничений при бронировании круизов и могут использовать 100% своих круизных долларов любое количество раз. Лидеры, взошедшие на верхнюю ступеньку карьерной лестницы, также делят между собой 5% мирового товарооборота. Это глобальный бонус. Рассчитывается он ежемесячно, начисляется 1 числа следующего месяца. И, наконец, так называемый пассивный или резидуальный доход в размере 5% от ежемесячных взносов ваших партнеров начинают выплачивать с того момента, когда вы, будучи на свободном членстве, то есть имея минимум 5 лично приглашенных членов клуба, помогли сделать то же самое хотя бы одному личному партнеру. Это открывает вам возможность получения резидуального дохода с первого уровня своей структуры. Каждый новый появившийся безоплатник в вашей личной структуре разблокирует еще один уровень в глубину. Максимальная глубина выплат – 20 поколений. Простейшая математическая модель всего-навсего на 5 уровней дает представление о мощном потенциале этого вида дохода. Внимание! Партнеры, достигнувшие любого лидерского ранга, гарантированно получают резидуальный доход с 2 уровней в глубину, независимо от выполнения остальных условий. С товарооборота партнеров, находящихся на свободном членстве, резидуальный бонус не выплачивается. И в заключение мы рассмотрим программу быстрого старта для новых партнеров. Она предполагает возможность для вновь подключившихся VIP-партнеров в течение 30 дней с момента старта заработать дополнительно $350 специального бонуса и $1250 круизных долларов для бронирования любого из наших специальных стимул-круизов. Условием получения данных бонусов является создание команды из 30 членов клуба за 30 календарных дней с момента оплаты своего партнерства и членства. Внимание! Для программы «Быстрый старт» правила 40% не действуют. Итак, мы с вами рассмотрели маркетинг-план международной компании «Круизный клуб Incruises». За детальной информацией обратитесь к человеку, от которого вы получили ссылку на это видео. Я же желаю вам всяческих успехов. С вами была Ирина Тарасенко.